это и не только жителями Пасандыкского района, и в целом жителям города Алматы. Во-первых, тем, кому принесли мои неудобства, хочу принести свои извинения от себя лично и от Акимата. Не, я не понял, они что, издеваются, что ли? Вот такие красивые вот отшепку, да, вот эту, смотрите, да, вот эти камни, которые стоят уже сколько лет. Они взяли, смотрите, что, снимают, вот. Получается, Акимат, да? И вот это говно делают. Ну, зачем? Ади, адам, ханау керек, да, олар, алдау керек. Мынай жакка бите бөтесиң да, мына жакта көрмөсүң, кишиң жазды. Мындай жазуу жок да, өтүп кетесиң. 2-3 теңге менен 7000 теңгенин айырмашылыгын караңыз. 10 эсе болсо понимаю, 2000 теңге болсо түшүнөмүн. 7000 теңге не істеп атасың да?